Одно из важнейших решений приняли районные депутаты на очередном заседании совета. Главной темой стала передача объектов электросетевого хозяйства от муниципального предприятия «Щелковские электросети» в собственность Московской области. Необходимость в этом назрела в связи с постановлением правительства региона от 7 августа 2013 года. Депутаты смогли выслушать все доводы «за» и «против», так как в зале присутствовали и руководство «Щелковских электросетей», и сотрудники «Мособлэнерго», и даже министр энергетики Московской области Леонид Неганов. Представители районной администрации также посетили заседание. Руководитель муниципалитета выступил с поддержкой передачи сетей в собственность Подмосковья. Вы знаете, что по этому вопросу были определенные дебаты, определенные противоречия внутри Совета депутатов. И все-таки в ходе дискуссии, в ходе встреч и разъяснения позиции администрации Щелковского муниципального района, который поддерживает передачу электросетевого хозяйства в собственность Московской области, просим эту позицию поддержать. Депутатов также заинтересовала позиция трудового коллектива «Щелковских электросетей». Как сотрудники предприятия отнесутся к переходу в областное подчинение и согласованы ли между двумя организациями все важные вопросы, связанные с кадрами. Представители акционерного общества «Мособлэнерго», филиалом которого в случае передачи и должны будут стать «Щелковские электросети», заверила, никаких проблем у работников предприятия не возникнет. При принятии вами положительного решения весь трудовой коллектив в полном составе будет в порядке перевода принят на работу в филиал. Условия, естественно, работы и оплаты труда, естественно, социальные гарантии, все будут сохранены. Высказал свою точку зрения министр энергетики Московской области Леонид Неганов. По его мнению, переход «Щелковских электросетей» под управление крупной областной организации не только поможет оптимизировать рабочий процесс, но и привлечет в район более крупные инвестиции. На сегодняшний день я вижу, что объединение и консолидация маневр для Щелковского района только усиливает. В случае возникновения у вас крупного инвестиционного проекта значительно проще будет реализовывать какие-то масштабные инвестиции в электросетевой комплекс, чем опираясь на маленькие сетевые компании. На обсуждение вопроса и принятие решения районным депутатам понадобилось немало времени. Когда все плюсы и минусы были рассмотрены, состоялось голосование. В итоге большинством голосов переход электросетей под областное управление был одобрен. Передача будет проходить поэтапно. В мае этого года между акционерным обществом «Мособлэнерго» и Щелковским районом должен быть подписан договор аренды имущества. Окончательно же Щелковские электросети перейдут в ведение «Мособлэнерго» к 1 января 2017 года. Мария Смирнова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».